Всем привет! Днепр на связи. 16 августа, 14.06. Ну что, друзья, был уже у нас отбой сигнала воздушной тревоги после взрывов. Пока что официального комментария не было. Так говорят, что работало ПВО. Ну и, по правде говоря, первые взрывы были слышны еще в начале сигнала воздушной тревоги. В районе 10.40 сообщалось о работе по разведывательному беспилотнику. Ну, это не помешало то ли этому же беспилотнику, то ли другим кружить над нашим городом, над Каменским районом и корректировать цели, по которым наносятся потом удары баллистическими ракетами. Давайте, друзья, обо всем по порядку, потому что вечер и ночь были достаточно насыщенными, но у меня просто... меня вырубило. Я не контролировал ситуацию, что-то как-то организм сказал, все, Трое суток можешь и не спать, но на четвертое обязан. Давайте по порядку. Вечером у нас были тревоги, были взрывы. В частности, отмечалось, отмечались взрывы в городе Кривой Рог, плюс работа мобильных огневых групп. Было очень громко в формате стрельбы. Беспилотники летали прямо над городом, прямо над домами. Ну, вилкул и официальная сводка молчит о последствиях, куда что упало. Как минимум, куда-то падали обломки. Надеюсь, обошлось без погибших, без пострадавших. Глава областной военной администрации Сергей Лысак рассказал нам только о том, что в течение ночи и утром наносились удары по Никопольскому району. Артиллерия, дроны Камикадзе, сбрасывались боеприпасы с беспилотников. И с утра еще один мощный обстрел. Повреждена инфраструктура, повреждено коммунальное предприятие, частный дом, гараж и пожарная машина. А еще здание, которое не эксплуатировалось. Оно загорелось, огонь смогли погасить. Повреждена и линия электропередач. Странно, что трава не загорелась. Никто из людей не пострадал. А далее, друзья, ну, сегодня выпуск будет такой агрессивный этот, поэтому особо впечатлительных прошу выключить, отсесть от экрана ваших мобильных устройств, телевизоров, компьютеров и там, работников СБУ, которые следят за моими видео с целью выявить какие-то противозаконные действия, тоже попрошу закрыть уши и не слушать и не смотреть. Потому что, ну, новости вынуждают. Новости вынуждают меня быть вот таким, каким я есть. И то, что я скажу, тоже оно вот. Не я виноват. Вы виноваты. Вы виноваты. Те, кто должны следить за порядком, те, кто должны организовывать законность действий в Украине, вы виноваты. Именно из-за вас я буду говорить то, что буду говорить. Ну Но изначально новости такие, друзья, что, во-первых, еще были взрывы у нас вчера в Запорожье. Э -э Где-то в районе 11 вечера во время тревоги сообщалось о баллистической ракете. В некоторых районах Запорожья было слышно два взрыва, в некоторых один. И уже с утра только был официальный комментарий по этому поводу от главы областной военной администрации Запорожской области. Он сказал, что э -э взрыв прозвучал... За пределами областного центра, вне Запорожья, информация касательно пострадавших и разрушений не приходила. То есть баллистическая ракета ударила где-то в чистом поле и даже трава не загорелась. Ну, такое может быть только у нас. Просто чудо Господня. Что происходит, друзья? Житель нашей области организовал межрегиональный наркотрафик. С ним в сделке был военный и еще один знакомый с области. Знакомая, вернее. Военный искал клиентов в силах обороны. Ну, о наркотрафике в силах обороны я бы мог рассказать, но меня туда точно закроют минут через 15, будут вышибать мою не сильно хорошую дверь, поэтому я промолчу. Скажем лишь то, что можно, то, что указали в официальном источнике. Наркотики отправлялись почтой в три области, Донецкая, Львовская, Днепропетровская при обыске, которые провели, нашли ПВП, каннабис, метадон, метамфентамин, наличку и боеприпасы. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы. Что далее, друзья? В Днепре судили мужчину, который применил против ТЦК и полиции газовый баллончик. Случилось это 8 июня этого года, когда работники полиции и ТЦК заметили на улице мужчину 25-30 лет и решили проверить его военно-учетные документы. Но выяснилось, что мужчина пребывает в розыске. Поняв это, что представители ТЦК знают об этом, житель Днепра начал убегать. Когда его догнали, мужчина применил против полиции и военкомов газовый баллончик. В результате военкомы и правоохранители получили химические ожоги глаз. Вот такие, друзья, дела. Суд... Дал наказание в виде ограничения воли на срок 3 года условно и испытательный срок один год. Также пришлось моральный ущерб правоохранителям заплатить. Что далее, друзья? Наконец-то будет проверка Днепровского металлургического завода из-за того, что жители города жалуются на ухудшение качества воздуха. Инспекция проверит, как предприятие придерживается норм. Законодательство об охране атмосферного воздуха э, проверят, как что выкидывается. Ну, вы знаете, это нужно делать было внезапно. А не трубить во все СМИ. И теперь, я думаю, когда придет проверка, там будет такой белый дымок, как в песне. Игоря вы да, дымок, пошел по заводу, дымок, дымок, окутал потолок. Ну, так и госпроверки не делаются, друзья. Потому что ну, это жесть. Э, в общем так. Что далее? От сегодня вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса в Украине. Закон позволяет использовать каннабис для медицинских, промышленных и научных целей. Демок, пошел, демок, демок, окутал потолок. Эта песня и сюда подходит. Что далее, друзья? Взрывы были ночью и в Киеве. Об этом сообщал Кличко. Он написал у себя, что взрывы в городе, работают силы ПВО, пребывайте в укрытиях. И уже утром Кличко тоже дал комментарий о том, что э, в Киеве работали силы противовоздушной обороны. По информации по состоянию на 6 утра э, в Киеве без разрушений и пострадавших. Вот такие дела. Что еще, друзья? Российские каналы сообщали ночью, что ВСУ атакует позиции ВСРФ в приграничном селе Журавлевка Белгородской области. Идет бой, обмениваются прилетами арты. Что еще из интересного? А вот здесь поехали, поехали, поехали. Что такое ТЦК? Деньги, 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 да. В ТЦК приходишь ты, чтобы бизнес замутить, ТЦК, 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 это самый народный орган, хочешь деньги, охож а военком, выполняют заявки ТЦК, в общем, ТЦК это бизнес, я об этом не раз говорил. Зачем везут в бусики, чтобы дать какую-то взятку, тебе выпустили, привозят туда, ты тоже общаешься, нет комиссия, военкомы, участники военно-врачебной комиссии и так далее. Это люди, которые золотились, люди, которые переписывают на зятей, тещей, сватов огромные суммы денег, превратили это в бизнес. Я так понимаю, кто делится, тот сидит, кто не делится или наглеет, тех типа показывают, что вот, вот так делать не надо, намекая другим, что делать так не надо. В общем, у полковника Бориспольского ТЦК изъяли сотни тысяч долларов и евро, сотни. Полковника подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ и злоупотреблении служебным положением. Задержание проводилось силами работников СБУ. Да вы шо? Сотни тысяч. Откуда у честного ТЦК-киста сотни тысяч долларов? Ребята, ну вы пишите вот это бред. Бред пишите. Не может быть. Не верю. Подкинули. Подкинули. И в это же время, когда у них сотни тысяч долларов, народный депутат сообщает, что в конце этого года могут быть проблемы с выплатами зарплат бюджетникам, если правительство не соберет налоги. Так с ТЦКистов собираете, с депутатов собираете, будут налоги, будут зарплаты. Держите карман шире. Что еще? Ивано-Франковская область показывает один из худших показателей по мобилизации. В этом сообщает мэр города. Он отметил, что из-за этого в самом городе установят больше блокпостов. Мобилизационные мероприятия в регионах – будут усиливать на некоторое время. Спасибо, принято, понял, ясно, принял. Что еще, друзья? Подоляк очередной дал комментарий зарубежному изданию, он сказал, что, Рейтерс, он сказал, что наступление Украины в Курской области нужно для того, чтобы убедить РФ начать справедливые переговоры. Украина не заинтересована в оккупации российских территорий, это очевидно, вот что сказал. И поехали дальше. Более 1 миллиона долларов заработали на уклонистах руководители двух ТЦК на Киевщине. Они снимали призывников с воинского учета через связи с представителями ВЛК, что давало им возможность сбежать за границу. Цена вопроса 37 тысяч долларов. Вот откуда эти сотни тысяч долларов. В схеме в темную использовали представители ВЛК, а для поиска уклонистов и передачи денег привлекали своего знакомого иностранца. Именно его СБУ за Задержала в столичном ресторане при получении денег от новых клиентов. После этого в служебных кабинетах взяли и обоих должностных лиц ТЦК. Им светит до 8 лет за решетку. Какие 8 лет? Это измена Родины. Это высшая мера наказания. Пожизненная с полным изъятием всего имущества. В пользу народа, в пользу пенсионеров, в пользу детей, в пользу переселенцев. На оплату жилья, на оплату продуктов, на лечение, на медикаменты. В конце концов, 8 лет. А потом выйдут под шумок. Вот такие друзья дела. Помните, что Бог любит вас. Берегите себя, берегите своих близких и до нового выхода на связь. мир вашему дому. Всем пока!